Так, всем привет, всем доброе утро. У нас сегодня уже 15 мая, друзья. Вторник. Находимся мы, я и Виктор Петрович, на Трокстопе. Доброе утро всем. И заказали мы вот такие вот омлетики, друзья. Здесь этот омлет идет с курятиной. А здесь есть грибочки и, в общем, зелень, перец, по-моему, болгарский. В общем, надо все открыть. Вот. Вот так вот выглядит этот омлетик. В общем, у меня сырок. Без курятины. У меня с курятиной, а у тебя стейк. Да, стейк и грибы. Красота. Грибы и перец. Короче, друзья, что мы здесь делаем? Мы здесь делаем рестарт, паузу делаем здесь. Будем мы здесь сегодня целый день. Так что, может быть, будем мы пилить видосы сегодня. Посмотрим, как получится по настроению. Ладно, приятного нам аппетита и вам тоже, если вы садитесь кушать. Вот, друзья, продолжается наша пауза сегодня. Наш рестарт, хотел сказать. На английском рестарт. В общем, вот здесь вот такой пятюнчик у нас загруженный. Хочу я пройтись пару этих траков здесь я увидел, рядом стоят. И вот так он классненько загрузил эти новые Ниссаны. Ну, этот пятюнчик уже с этим DEF. То есть он уже новый. Такие новые Ниссанчики. Сверху значок Ниссан. Снизу Мурано белый. И еще один значок. И смотрите, как он загрузил вот этого вот автобуса. Загрузил и оставил чисто на страпах, на 4 страпа на колеса и все. Без никаких проблем. Вот такой вот здесь еще петрушка. Еще один здесь петрушка, загруженная чисто с BMW. X3. А это Western Star. Не знаю, для меня она как-то странно выглядит. Хотя цвет они прикольные сделали на ней, фиолетовый какой-то, но кабина сама как-то чуть-чуть не моего вкуса, скажем. Да, этот Car Hauler 10 или 9, 10, по-моему, вот у него чисто все BMW. Вот такая вот X6 сверху неплохая. Цвет классный. Красавица. Отдыхаем мы сегодня здесь с Петровичем. Вчера вместе почти сюда подъехали. Я, может, на час раньше подъехал. То мы с ним сегодня чисто отдыхаем здесь. Я взял, перегрузил 3 машины. У меня я вчера забирал 3 машинки. И взял, сразу перегрузил. Сделал уже как надо. Этот Nissan здесь останется. Вверх я оставил специально. Вот я убрал вот эти машины сверху, чтобы мне на завтра было легко вверх загрузить. Вот такой здесь Кеша рядом запакованный, черного цвета, рама длинная. Вот водитель или хозяин здесь сидит в машине. Ну, тоже сделанный со вкусом.
Вот такой вот кеша серьезный. Studio Sleeper. Смотрите, как он сделал. У него здесь трубы. И еще трубы снизу. А, красавчик, да? Вот такие трубачи еще снизу. Походу, вот эти у него сбоку только для красоты. Рама длинная. Сзади вот так у него. Красивые фонарики. Крылья. Неплохо. Вот такой вот серьезный кеша. Реферок у него 53-футовый. Или это 48, наверное, что похоже на 48. Вот здесь еще один кеша. Очень даже серьезный. Здесь один кеша. Тоже хозяин внутри. Но этот слоуборд. Короче, это чисто такая рабочая лошадка. Ничего здесь они не добавили. Друзья, позвольте мне снять вам еще одного кешу. Но невозможно просто так равнодушно пройти мимо, друзья. Вот такой вот кеша 900 из синего цвета. Ну, красавчик. У него сверху кондиционер, в общем, сидушки кожаные, здесь вижу все дела. Да, это стопудово Honor-оператор, короче. Это его трак. Бак синий. Зачетный, зачетный кеша. Смотрите, как красиво он сделал вот эти тулбаксы сзади, да? Как он хорошо их туда вставил. Все блестит. Как красиво он сделал вот этот catwalk. Вот это называется на английском catwalk. Сверху, то есть раму закрыл. Здесь вот так вот аккуратненько все сделал. Да. И вот это рабочий трак. Человек на этом траке работает. Вот так он выглядит сзади. Неплохо, неплохо. Со вкусом, по-моему. По-моему, очень даже неплохо смотрится. Рама длиннющая. Пятое колесо, как у нас на Car Hauler, почти на самом конце. Ну, у меня стоит вот так прямо сейчас посередине задней оси. То есть это тоже сдвинуло его довольно таки назад. Вот такой вот небольшой обзорчик вот такого красавца. Kenworth W900. Это у нас Step Deck трейлер. И похоже, он как у дяди Паши, три оси. Считаю, он наполовину загруженный. Здесь может какой-то паршалочек еще поднять. То есть место есть.
Да, вот здесь вот рядышком стоит у нас Freightliner Coronado, друзья. Freightliner Coronado. С таким вот большим-большим спальником. Это практически дом на колесах. Он уже такой подусталый чуть-чуть. Видно, работяга. Вот так вот выглядит. Freightliner Coronado. Но я честно не совсем представляю, как они вот такой вот длинной базой заезжают. И трейлер у него тоже 53 фита. Это, по-моему, ужастик. Фантастиш. Вот такая у него спалка, друзья. Собаки внутри. Все дела. А это у нас кто-то тягал половину дома на вот таком вот трейлере. Это дом, друзья. Вот так они их передвигают на специальных трейлерах. Они потом, когда их устанавливают, вот та рама, по-моему, так и остается. Или даже колеса, наверное, остаются. Вот такой вот дом. Это у нас Петро. Погода сегодня какая-то непонятная. На улице душно. Солнца нет. Короче, настроение у меня готовить сегодня что-то пока не поднимается. А Петрович мне в этом вообще не помогает. Петрович говорит: Саня, да ладно тебе париться. Пойдем лучше в ресторанчике. Там, говорит, кондишн, все. Сядем нормально, говорит, как белые люди. И как можно вот так вот потом с Петровичем готовить? Вот там он сидит в траке, ноги поднял на руль и отдыхает. А красавчик. Видите, там вот человечек сидит на синем траке, его вот две ножки. Да, Петрович. А я здесь сегодня чуть уборку делаю. Я, короче, мне не сидится, друзья. Я взял три машинки, перегрузил и переставил местами, как бы, чтобы мне на завтра было легче, чтобы я на дороге не делал это. А взял чуть траки, убрал, привел как бы в порядок. Петрович! Я становлюсь звездой Ютуба, да? Да, 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 ты у нас сегодня. Саша пришел. Кто там, Иван Иванович? Да, Иван Иванович. Привет, передай ему привет. Скажи, пусть послезавтра видео будет смотреть. Так что? Хорошая новость. Едут в аэропорт. Сан-Франциско, в аэропорт. Ты мне скажи, сегодня мне готовить или нет? Оно тебе надо. Видите, вот друзья, вот ребята, как с этим... Ребята, простите, это все из-за меня. Как с этим человеком можно готовить? Я вот что-то подаю такую идею готовить. Он мне говорит, оно тебе надо. Говорит, там у нас на трак-стапе кондишн, говорит, все дела. И вот как сейчас мне быть? Вот скажите. Так что? Я тебе подал идею, а ты как хочешь. Но... Петрович, если честно, у меня нет настроения готовить тоже. Так а в чем проблема? Идем в ресторан, садимся, как все, белые давай. Люди. Этот нормально. Провода не привез? Нет. Не принес провода? Ну, сейчас я пойду. Я не знаю, я посмотрю. Здесь один американец, короче, у него, ребята, это. У него батарея сдохла. И он пришел и попросил у меня. Спросил, вернее, у меня кейблс, вот эти, что заводить, да? И помните, в одном из видео я показывал. Я купил такие провода, вот они первый раз вот пригодились, но, конечно, не мне, слава богу, но вот этот человек на красной Вольве, у него села батарея, и я дал ему мои провода, чтобы он взял их, первый раз протестировал, друзья. Так что сейчас мы его спросим, в чем дела, в чем эта проблема, как дела у него обстоят с зарядкой.
Так что такие. Did you start it? It's not catching. But did you try? Yeah. You're gonna be on YouTube. I have a YouTube channel, so. Hi, how are you? Welcome to the trucking world. Yeah, this is the perfect. Yes, this is the trucking world. This is the trucking world where things happen, uh-huh. And you have to deal with it on the fly. Exactly. So exactly. I have a brother in the trucking world that's helping me out. Uh-huh. Some people help, some people don't. But I'm just fortunate, and I thank God that He's helping me out. You gotta help, man. You gotta help when somebody needs. Такая вот обстановочка. Здесь вот еще один такой пятюнчик. Я, короче, сегодня вам одни классики только снимаю. Вот такого вот цвета тоже пятюнчик. Это у нас такой бейдж, бежевый, да, или как он назывался этот цвет. У нас когда-то была машина Нива. Он был вот такого цвета вот. Крим. Такой крими цвет. Вот так мы с Петровичем вышли с Тракстапа, смотрели баскетбол. И вот такой вот здесь петрушка, я не смог просто пройти. Только гляньте на вот этого вот петрушку. Да? Это просто... Я такого еще не видел. Это реально шоу-трак. Такие крылья гангстерские. Какой трейлер у него крутой. Красота. Это красота. Вау, 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 вау. Добрый день, друзья. Всем привет. У нас сегодня уже... среда. Вчера мы были с Петровичем на тракстопе. Делали мы вчера свою паузу, взяли паузу свою, то есть делали наш рестарт. А сегодня я уже, и я, и Петрович сегодня загружаемся. Я сегодня должен забрать 6 машин. 5 я уже забрал. Я не снимал, как загружаю, потому что в основном, где я загружался, везде был сегодня дождь. И вот только что, минут 20 назад, выглянуло солнышко. Так что, друзья, вы меня извиняйте, как загружаю. Я сегодня не смог заснять. Но мы обязательно это сделаем как-то в следующий раз. Значит, сегодня я забирал 3 машины в Гринсборо area. Там один на Уинстон-Сэлем, Гринсборо, это все Норт Каролина, да? 2 я забирал в городе Шарлотт. Дождь был, ливень, просто... очень сильно дождь был. И последняя машинка у меня здесь в районе Гринвилл, Южная Каролина, по 85-й дороге. Вот я спустился с Шарлотта сюда 100 миль, и мне до места осталось 3,5 миль. Это где я забираю последнюю машину. Это у нас Subaru. И отсюда мы уже сегодня трогаемся с вами в Калифорнию. Так что вот такие вот у нас дела. Местное время уже у нас 4:50. Справа нанизу это время. И 3,5, чуть меньше, почти 3 майла мне осталось до машины. Уложился я сегодня очень даже неплохо, так как был дождь, обычно это занимает дольше, но получилось у меня неплохо. Теперь, что я решил с этим
пином сделать, с этим пальцем, что у меня палец поломался. Я решил заехать просто и его купить. Так как я им позвонил, они сказали, что сегодня они не могут вообще начать что-то делать. Они могут меня взять только завтра. И они должны посмотреть. Как... Короче, такая типичная песня. Не хочу я ничего это делать. Я его нормально натянул там. И поеду я домой, выгружусь. И уже у себя на ярде сделаю так, как я хочу, так, как мне надо. Палец я заеду. У них, если они еще будут открыты, сейчас уже 5 часов у нас вечера по местному, да? Если они еще будут открыты, я заеду, возьму. Если нет, то буду устанавливать этот свой родной. Просто там хорошо почищу с наружной стороны и заварю. Ничего там сложного нет, я уже смотрел. Это безопасно, так как машина перед стоит на том, как бы, столбу там, и этот рейл там практически ничего не держит. Так что вот так, вот такой апдейт по поломке трейлера. Ну все, буду загружать эту машину. И потом дальше уже буду по чуть-чуть снимать. Я очень рад, что хотя бы дождь уже закончился. Пусть хотя бы он так продержится, пока я загружу эту машинку. А там уже может не пойти. Так, здесь нам нужно повернуть направо. Я думаю, пока я туда подъеду, чуть-чуть засниму, как это выглядит. Continue on Woodcliff Road for a half mile. Какие-то тучи опять. Непонятные, черные. Ну, надеюсь, я успею, друзья, надеюсь, я успею. Заберу эту машинку, и пусть потом дождик идет, никаких проблем. То я уже и так сегодня промок до костей пару раз. Так что хочу хотя бы одну машинку загрузить, когда дождя нет. Это у нас штат Южная Каролина, South Carolina. Городочек называется Симпсонсвилл. Симпсонсвилл. Так, получается, я уже где-то здесь. Сейчас я встану. И буду загружать. Да, ребята, я загрузился. Спускаюсь по 85-му фривею на юг в штате Южная Каролина. И вот здесь где-то полтора часа я потерял. И вот сейчас я понимаю, что здесь случилось. Здесь серьезная авария. Видите, трак вверх ногами. То есть лежит он на боку. И вот такая, в общем, история. Ну все, поехали. Я очень много времени потерял. Ну что делать? Такая у нас жизнь. В общем, приехал я на Петро. Вот здесь вот у нас Петро. А с той стороны дороги Truckstop Flying J. Уже местное время здесь 7:46 вечера.
Вот так вот я загрузился. Сейчас хочу пойти искупаться, покушать. Готовить я сейчас не хочу. Нет у меня настроения сейчас начинать готовить. Я буду смотреть сегодня баскетбол. Так, это сверху у нас Honda CR-V. Снизу у нас Nissan Altima. Сверху у нас новый 18-й год Nissan Rogue. Снизу у нас белая Volvo. Volvo S60. Это вишневый цвет, это у нас Honda Accord. Сверху черный Honda Civic. Новый, по-моему, 17-й год. Серебристый цвет, это у нас Toyota Corolla. Volkswagen GT, синий этот. И вот это у нас Subaru. В общем, друзья, этот дилер, в общем, кто работает с этими Cattrall трейлерами, он уже был закрытый. Я очень долго сидел сегодня на трафике, там была авария. И я нормально загрузил, никаких это. Вот так он и у меня остается ремню. Уже приеду домой и сделаю дома как следует. Вот это наша загрузочка. И сразу запарковался я здесь возле вот такого вот Теши. Хочу его для вас тоже заснять, чтобы вы тоже посмотрели на вот эту красоту. Вот так вот человек аккуратно сделал для себя, очень красиво. Это новый Кеша. Я вижу снизу у него Cummins мотор красный. Значит, у него уже есть DEV. Но интересно, они на некоторых траках ставят DEV с правой стороны бак. Это очень интересно. Вот так он красиво здесь нарисовал. Ковбой, короче. Красавчик. Кеша, Кеша. Трак зарегистрирован в штате Пенсильвания. Посмотрите. Очень красиво сделали. Это у нас капот. Красота, друзья. Да, он даже сзади сверху что-то нарисовал. Волки. Ну все, пойду искупаюсь и покушаю. Уже проголодался. Я сегодня целый день на овсяной каше.